Кто бы мог подумать, что из них получится такая классная пара? Ты так думаешь? А что? Ника с ума сходила от одиночества. У Кирилла уже давно не было девушки. Ну, не знаю. Может, я могла бы радоваться за них от всего сердца, если бы у меня самой был парень. Так, сделай как Ника. Присмотрись к тем, кто рядом. Может, тебе кто-то нравится из класса Ники? Нет, не хочу. Как будто ничего важнее в жизни нет. Пойдем гулять? Зайка, так мороженого хочется. Намек понял. Сейчас все будет, моя принцесса. А ты принесешь мое любимое? Это то, что в квартале отсюда? Что не сделаешь ради любимой девушки? Вот это любовь. Никогда не видела, чтобы Кирилл был таким влюбленным. Быстрее, бежим! Что? Куда? Ну уже, пока он не вернулся, бежим! Ника, что происходит? Зачем мы сюда пришли? Мы прячемся от Кирилла. Это сюрприз для него такой, да? Вроде того. Девочки, спасайте. Мне нужно как-то от него отделаться. Отделаться? Зачем? Мы думали, у вас там любовь, морковь и все такое. Ну, поначалу так и было. А теперь он превратился в такого ужасного прилипалу. Сил на их больше нет. Ты же сама хотела себе парня. Теперь терпи. Ну, Маш, а что Маш? Навязалась, влюбила в себя парня, а теперь носом вертит. Мне очень стыдно. Правда. Помогите мне с ним расстаться, чтобы не обидеть. Ник, так не бывает. Что бы мы ни посоветовали, ты все равно разобьешь ему сердце. Ну, должен же быть какой-то способ. Ладно, есть один вариант. Ждите здесь. Ирина Анатольевна, как хорошо, что вы здесь. Здравствуй, Маша. Не могу ответить тем же. Чувствую, что что-то нехорошее случилось. Как обычно. А вот и нет. Мы тут с ребятами решили театральный кружок организовать. Так, пока звучит очень неплохо. Ставим спектакль по мотивам индийских фильмов. Там парень и девушка полюбили друг друга, а оказалось, что они брат и сестра. Какая трагедия. Вот-вот. И нам реквизита немного не хватает. Все что угодно. Ну, для такого хорошего дела. Справочка нужна. Якобы Кирилл и Ника родные брат и сестра. Так и нарисуй такую справку. И я тебе зачем? У меня почерк некрасивый. И подпись ваша нужна, чтобы все было как по-настоящему. А, задача ясна. Минуточку. Так. Прошу, желаю творческих успехов. Спасибо, приходите на премьеру. Обязательно! Интересно, что-то Маша задумала. Вернется, узнаем. Вот, держи. Что это? Твой билет в свободную от парня жизнь. Справка. Кирилл и Ника являются родными братом и сестрой. Вот такая жестокая судьба. И ты ни при чем. Просто вы не можете быть вместе. Машка, ты гений! А как ты уговорила Анакондовну такую справку написать? Ну, немного приукрасила ситуацию. Так. Смотрите, так похоже на правду. Кирилл, мы не можем быть вместе.
что? Браво! Это успех! Ну нет, он же не совсем дурачок. Садись. А что не так, Маш? Где слезы? Где боль от несправедливости? Да откуда им взяться? Я только и мечтаю, чтобы он отвязался. Рыдай! Да я не могу так по заказу. Я же не актриса. Давай, или ты сейчас заплачешь, или Кирилл не поверит и будет страдать. Ай, больно же. Может, ему просто сказать все как есть. Маше лучше, знаете, как расставаться с Кириллом. У нее опыт большой. Угу. Рыдай. У тебя что, совсем сердца нет? Рыдай. Вот, другое дело. Прости меня, малыш. Я так быстро бежал, но оно все равно растаяло. Не плачь. Я уверен, если его положить в морозилку, оно станет таким же вкусным, как и раньше. Это уже не важно. Любовь моя. Кирилл и Мука являются родными братом и сестрой? Это прикол какой-то, да? К сожалению, нет. Анакондовна подняла архив, и вот такой вот факт выяснился. Это все в шоке, конечно. Невозможно. Куда он? Да, пофиг. Пускай идет. Сработало, девочки, как же я вам благодарна. Может, все-таки его догнать? Я думаю, ему полезно сейчас будет побыть одному, все осознать. Согласна. Ну что, у вас есть еще знакомые свободные парни? Нет! Ну, нет, так нет. Я просто спросила. О, Кирилл! К роли готовишься? Какой еще роли? У меня жизнь рухнула! Ого, как убедительно. Уверена, ваш спектакль будет иметь ошеломительный успех. Издевайтесь, сами же выдали справку, что мы с Никой брат и сестра. Ну да, вам же реквизита для спектакля не хватало. Спектакля? Вы хотите сказать, что справка не настоящая? Конечно, нет, не настоящая. Ну, я же говорю, реквизит. Маша пришла, попросила, что... А ты куда? Да, алло? Угу. Что это за спектакль? Как все это понимать? Сюрприз! То есть, вы меня разыграли? Смешно вышло. Какое облегчение! Любимая, я так испугался!